Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Тик-так-бум» для детей. Она предлагает своим юным игрокам как можно быстрее называть слова, подходящие к заданной теме. Ведь в руках тикает готовая в любой момент взорваться игрушечная бомбочка. В коробке игры, помимо этой самой бомбочки, присутствует стопка игровых карт. Первый игрок запускает бомбочку и переворачивает верхнюю карточку из перемешанной колоды. Каждая карточка задает определенную тему для игрового раунда. Игрок должен назвать предмет, подходящий к данной теме. Например, для карточки «На улице» явно подойдет «Машина». Назвав слово на нужную тему, игрок передает бомбочку следующему игроку по часовой стрелке. Этому игроку предстоит назвать новое слово на ту же тему. Так и будет продолжаться раунд до тех пор, пока бомбочка не взорвется. А таймер в ней непредсказуем. Бомбочка может разорваться и через 10 секунд, и через минуту. Тот, кто держит ее в руках, забирает себе карточку в качестве штрафа, а затем он же начинает следующий раунд. Игра подойдет к концу, как только один из игроков наберет 5 карточек, а победит в игре тот, у кого их окажется меньше всего. Если же случится ничья, между претендентами на победу придется устроить дуэль по стандартным правилам игры. Тик-так-бум для детей – это веселая настольная игра, которая прямо-таки подстегивает своих игроков думать побыстрее. Она отлично развивает коммуникативные навыки и наверняка станет прекрасным, веселым и шумным развлечением.